сейчас у команды межсезонье, перерыв, но мы начинаем подготовку к сезону немного другим способом. ЦСКА максимально поддерживает проект Лиги ВТБ «Баскет Боттл», и сейчас мы кое-что вам покажем. Весь наш пластик, который мы собираем в течение сезона, когда мы выступаем в УСК, ЦСКА и в Мегаспорте, хранится здесь, на нашем складе. Сейчас мы вам покажем. Предыдущий рекорд составлял 92 мешка, но мы в ЦСКА за баскетбольный сезон собрали, внимание, 110 мешков пластика. И сейчас этот пластик отправится на переработку. Из этого пластика, переработанного в этом году, Nike сделает для нас игровую форму и также баскетбольные мячи, которыми будем играть и радовать вас своими победами в новом сезоне. Не выбрасывайте пластик, потому что он разлагается 200 лет, выбрасывайте его в специальные урны. Сейчас их очень много по всей Москве, Мособласти, так что участвуйте тоже в этой акции. Берегите природу.